Первая модель примерно производит генератор постоянного тока, в котором ты немного монтируешь устройство для выполнения, была построена в 1832 году французским механиком Hippolyte Pixii. Принцип его действия был очень прост. Напротив, на поверхности нашего сердечных катушек располагался как кулообразный магнит, вращающийся вокруг своей оси. При этом неинфекционное направление магнитное поле индуцировало в катушках токи переменной величины и направления. Конструкция машины представляла собой две неподвижные катушки, установленные на поверхности стальной магнитопроводе. Напротив катушек располагался как кулообразный магнит, причем его колеса находились в одной оси с сердечником катушек. Вращение магнита производится при помощи кривошип из зубчатой передачи. Для выполнения полученного переменного тока применялся так называемый коммутатор. Простейший вид коммутатора представляет собой два изолированных металлических кольца, которые крепились на оси машины. Каждое кольцо было соединено с одним из колесов генератора. По окружности этих колец скользили две плоские металлические пружины, в которой была заключена внутренняя цепь. Применение такого коммутатора позволяло получить пульсирующий однонаправленный ток. Недостатком машины Pixii было то, что в ней приходилось срочно вращать тяжелый постоянный магнит. Последующие стали применяться схемы с вращающимися катушками. Магниты оставались неподвижными. Но, с другой стороны, применение вращающегося магнита являлось техническим решением, позволившим избежать трудностей с отводом тока, возникающего в катушке.